Вот уже третий год подряд во время летних каникул Управление по делам молодежи для славянских ребят организует велопоход по местам боевой славы нашего района. В рамках похода участники побывают на мемориальных комплексах и стелах, познакомятся с историей своей малой родины. Подробности в следующем материале выпуска. В этом году в велопоходе примут участие 15 ребят. Стартовали они в Славянске на Кубани. По мере следования по маршруту к славянским велосипедистам будут присоединяться ребята из сельских поселений, которые они будут проезжать. В каждом сельском поселении наших ребят встречают экскурсоводы от поселений. То есть ребята не просто приезжают к памятнику и не знают, что это за памятник, а экскурсовод рассказывает нашим участникам, что за мемориальный комплекс, что за памятник, чему посвящен, каким событиям Славянского района. Велопоход получается не только интересным, но и познавательным. Первую остановку участники велопохода сделали в поселке Кубриц в сквере пограничников. Затем в маршрутном листе хутора Сербин, Маевский, Прикубанский. В Сербино, а потом на Маевский. В день проведения велопохода начался дождь, но ненастная погода не нарушила планов славянской молодежи. В течение двух дней они посетят все знаковые и памятные места нашего района. В 21-й школе хутора Ханьков ребята переночуют, а после отправятся на конечный пункт велопохода – мемориальный комплекс станицы Анастасиевской. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».